Может быть от того, что мы так славно сейчас покурили, сидя в фойе ретро-футуристической квартире с репродукциями кандинского Раушенберга и натуралистическим изображением бесплатного сыра. Мне захотелось рассказать тебе наконец историю этого мира. Твои запавшие глаза, усталость и обязательная марихуана, хроническая депрессия, удивительная способность ориентироваться в условиях потребительского тумана. Меня забавляет и более того, практически возбуждает. Единственная проблема в том, что тебе капут, бэби, как и мне. Но мы же собирались провести сам тайм-аут. Тебе удалось вспомнить деньги, да все пришло не так. Туннель постепенно сужается и больше нет возможности повернуть назад. Великая правда примитивного трения сходит на нет. Демоны языческого пантеона расправляют крылья и переселяются в интернет. Мне снова слилась бурлящая под асфальтом кровь, стонущие волны красного мяса. Все это почему-то не исчезает, когда я открываю глаза. Сложно прикрыть реальность от освещенным либидо. Как Велма не упустилась в виду амбивалентность манекенов сотни бакенов на черной поверхности сены. Веселые гуэмплены в железобетонных пеналах, как и мечта отростки. Идиотин счастливчик сдох, перерастувшись мизерабельным или гламурным, как они называют скотством. Жавые отблески антиутопии на стенах мрачных бастионов. Под шинелью пробитому сердцу что-то нашептывает Андрей Платонов. Бит, окно, кухонный пол свету. Девочка с кирин пересаживается на другую ветку. Ты увидишь, там написано «Исчезать здесь». Вес уже кожа, рука и шепчем, где сухая вискозная смесь. Помнит ли кто-нибудь день, когда все пошло не так? История мира заканчивается, вселенная сжимается в кулак. Гипсовые глаза античных сластолюбцев, блестящими от пресечения вечности зрачками. Наблюдается истребление стеклянных бизарных веселыми сильноперстовыми речками. Из предместий механическое якутство вынашивает планы мести. На террасах представители неовикторианской элиты пьют кипяток с сахаром. Богемные федерации в ступенях музея отнимаются с варваром. Близнецы, как то, врезаться без малого усталого бога. Откладывают тех, это прекрасное тело западной Европы. Гибкие скидки в сети ресторанов «Поешь русского». Поведев правду, тянет поесть сегодня чего-нибудь вкусного. После 7 лет в шеях и катакомбах внешне он напоминает элегантного постмодернистского зомби. Долгожданное переуплощение в куклы Кирика и Карра. Для меня это освобождение, для белых бродячков это небесная кара. Черные струи любви обывают врата ада. Искрюченные тела разнообразных сектантов развешены по обеим сторонам Кукада. Твои бледные тонкие руки так уверенно держат руль, и я готов признать своевременность этого жирного круга. Old school, синтетическая универсальность, мышление свойственное нон-трансформисты 19 века, раздроблены на куски, и теперь мой мозг — это какая-то ебаная дискотека. В полке надежды и отчаяния в темном ангаре затравленный разум извивается, как червяк. Так тебе удалось вспомнить, когда все в этом мире пошло не так? We'll be right back.